которых это сорвать работу, внести нервозность, опохабить это такой откровенной пошлятиной. Ну, это, друзья, ну что сказать, есть такой тип людей, может быть, даже им за это платят деньги, может быть, у них есть какой-то еще какой-то корыстный к этому вопрос. Так что тут, насколько их возможно, их будут вылавливать и убирать тут. Но это, друзья, это не троллится, это не совсем правильно, это больше можно назвать провокаторы. Вот, причем сознательные провокаторы, они, которые пишут не какие-то вопросы, а пишут откровенную похабщину, откровенные маты, вот, именно сбивая такой темп работы. На них приходится отвлекаться, имея в виду. Но опять же, друзья, мы говорим, что мы в таком формате работу ведем еще до сентября. В сентябре к нам на вебинары можно будет зайти только через личные кабинеты и, соответственно, только зарегистрировавшись и только под своими именами. То есть у нас не будет здесь больше никаких там ни чуваков, ни чувих, ни там еще, так сказать, только через личный кабинет, где будет четкая верификация, и вы под своим именем, отчеством, фамилией можете зайти. Поэтому, друзья, пока это у нас будет еще такой подготовительный период, поэтому говорили, что мы меняемся, мы растем, но поэтому пока приходится, так как у нас вход сегодня свободный, и каждый желающий чувак может сюда зайти, соответственно, вот мы будем пока иметь вот на каждом вебинаре будем иметь вот такого рода деятеля в активе. Слышно сейчас? Ага, да, Олег, с Владивостока, дальневосточный привет всем. Вот, значит, друзья, так что давайте перейдем к нашей работе. Вы посмотрели, мы специально поставили сейчас этот ролик, вот, и действительно на каждом вебинаре мы показываем и освещаем какой-то вопрос. Сейчас информации от конструкторского бюро идет очень много. Идет уже серьезный технический анализ. Кстати, еще могу, кто не читает наши чаты и смотрит, что на последнее время появилась очень серьезная аналитика. Ну, то есть очень много задают глупых вопросов, очень много дилетантов работают, те, кто изображает из себя специалистов в техническом... А чем в публичных чатах опасна вот такого рода дилетанты, что один дурак может задать столько вопросов, что 100 мудрецов на него не смогут ответить. Поэтому грамотно поставленный вопрос, или он всегда вызывает интересы. Как люди, которые начинают задавать вопросы, особенно для тех, кто не понимает техники, они сразу начинают ориентироваться на те ответы, которые есть. И зачастую ответы и сама перепалка иногда даже в чатах или там это вызывает столько вопросов. Вот, поэтому естественно, что всегда отсылаем 100 вопросов, 100 ответов Антона Юницкого. Читайте, смотрите для тех, кто ориентируется на специалистов в чате, смотрите комментарии Рода Хука, который показывает, ну, делает интервью, рассказывает там. Смотрите вебинары, задавайте вопросы в чатах, особенно вот для новичков, друзья, есть вопросы, в которых можно писать, а есть приватный чат, именно личный чат, где можете задать вопрос лично мне, лично Алексею. Вот, соответственно, я всегда на них ориентируюсь и практически всегда на эти вопросы отвечаю. И тут вот буквально две недели назад или неделю назад попался комментарий, не знаю, кто такой эксперт, ну, во всяком случае, технически очень грамотный человек, который пишет и объясняет некоторые вопросы, связанные со SkyWay. Зовут его Константин Технарев, Костя Технарев, не знаю, какое он отношение имеет, мы там в чатах переписывались, надеюсь, что в октябре в экотехнопарке мы познакомимся, но во всяком случае, очень такие взвешенные идут, во всяком случае, пока непредвзятые комментарии именно с точки зрения технологии постановки. Поэтому если вам это что за чат, это смотрите официальную группу ВКонтакте и официальную группу в Фейсбуке. Это SkyWay, так и называется. Вот, ВКонтакте, SkyWay, поэтому
ориентируйтесь именно на такого рода людей. Еще там рекомендую в наших чатах, кто есть, смотреть рекомендации Алексея Суходоева, он всегда очень грамотно, четко пишет, и Виктор Бабурин, который также делает и ВКонтакте, и в социальных группах на Фейсбуке, также комментарии. То есть это вот на кого я вам рекомендую ориентироваться. А когда всякого рода, знаете, как модно сейчас говорить, специалисты начинают комментировать, а что учел, что не учел, сегодня Юницкий, соответственно, демонстрации или строительстве в экотехнопарке. Но это, друзья, глупо звучит. Вот я понимаю сейчас постановка вопроса, что есть серьезный инвестор, который хочет инвестировать десятки тысяч долларов, но ему надо лично посетить экотехнопарк и пообщаться с конструкторским бюро, с конструкторами, а может быть даже лично с Юницким для того, чтобы принять решение. Вот это, друзья, правильная постановка вопроса, и это уже можно обсуждать и говорить, что когда можно приехать, в составе какой делегации, когда будет ему уделено время, это во всяком случае уже вопрос согласования, но это профессиональный подход, так же как в свое время Род Хук приехал и увидел, принял решение стать партнером и продвигать технологию, так же как еще ряд очень крупных финансистов, которые сегодня организуют и готовят финансирование крупнейших адресных проектов с применением технологии Skyway. Мы об этом тоже будем показывать и рассказывать, но уже после сентября, вот когда эта вся работа подготовительная будет проделана, и когда уже многие вещи станут очевидными, когда о них можно будет говорить. Вот. Поэтому с такими партнерами, с такими профессионалами, естественно, всегда и хочется общаться, и будем работать, и это конструктивная работа, и на нее никогда нельзя... Так, вот видите, вот это самое, еще одним крендель зашел, видите, так сказать, это самое, на, это, под названием вот это, то есть видите, сейчас, ага. Вот такого рода деятели, понимаете, их в дверь, а не в окно. То есть я думаю, что за вебинар он еще несколько раз под каким-нибудь вот таким вот именем войдет, потому что это, друзья, к сожалению, работа, которая сегодня делает, и их задача сбить с рабочего настроя, с рабочего это, и зачастую это отчасти удается, потому что все-таки, когда отвлекаешься на такого работу, она, конечно, отвлекает. И здесь вот я всегда приводил пример, особенно вот на конференциях, все, когда мне тут тратить, стараюсь, конечно, но я не сторонник, тут уж, друзья, вы меня простите, я не сторонник того, чтобы отключать чаты, потому что в них все-таки идет в основном полезная информация. И это самое, я не сторонник того, чтобы просто в тупую вещать. То есть пускай будет, и пускай будет. И как мы просто будем модерацию делать, и когда я выступаю, Алексей будет такого рода деятелей исключать, когда Алексей выступает. Я их это самое буду убирать. Ничего страшного. Это, друзья, жизнь, это работа. И это показывает о том, что в нашей работе вот появляются такого рода деятели. А еще я всегда, когда меня просят состыковаться и переговорить по скайпу с инвесторами или с потенциальными крупными инвесторами, или с теми, кто может привести большую группу инвесторов, я всегда на это откликаюсь, всегда встречаюсь с такими людьми. Для меня это основная работа. И встречи, где мы проводим конференции, именно офлайн, живую, у нас весь день всегда распланирован. Помимо конференции идут встречи с чиновниками того региона или той страны, где мы приезжаем, и с крупным бизнесом, это тоже часть работы. Но мне интересен вопрос, я тоже его приводил, когда я начинаю разговаривать с человеком, и первый вопрос, который он мне задает, он говорит: я 3 года слежу за вашим проектом, и я не вижу пока никаких изменений, вы как выглядели, так и выглядите, как обычный хайп. Понимаете, здесь, друзья, я сразу отключаю связь и говорю: все, друзья, с такого рода деятелями нам просто не о чем говорить, потому что 3 года назад, во-первых, у нас 3-летие только будет 16 октября, а вещать мы начали только с декабря, так реально регулярные вебинары стали вести только конец января, начало февраля 2014 года, то есть это, грубо говоря,
2 года и там, пока 8 месяцев. И сейчас говорить о том, что изменилось, что не изменилось, ну, смотрите ту хронологию фотографий, которую, и слайдов, которые Алексей обновляет, что было год назад на экотехнопарке, и что сегодня, что было 2 года назад, и что сейчас, и 3 года назад. Друзья, это не мне говорить, что было 3 года назад, когда на первых вебинарах, на котором мы проводили с Анатолием Эдуардовичем, и у нас было 23 человека на первом вебинаре, и мы говорили, что мы будем собирать конструкторское бюро, мы будем получать землю, мы будем строить, мы будем готовиться к демонстрации. А сегодня, друзья, когда до мировой премьеры осталось 2 месяца, когда в октябре будут уже действующие образцы путевой структуры и основных видов юнибусов и юнибайков, и нам говорят, что ничего не изменилось. Но здесь, друзья, у меня тогда такой вопрос: а куда ты смотришь и с кем ты разговариваешь? Больше об этом говорить не о чем. И Юницкий перед всеми конкурентами, перед всеми прихлебателями, перед всеми недоброжелателями, он ответил единственным правильным и справедливым ответом, который может быть, это постройка экотехнопарка. И знаете, мы до сих пор там судимся, у нас до сих пор с нашими бывшими партнерами, коллегами, а теперь проходимцами и жуликами, это Дубатовка и Узловым, с которым идут тяжбы. И Верховный суд Белоруссии обязал Дубатовку убрать со своего сайта ложную информацию о том, что они якобы, он является якобы автором технологии вместе с еще там группой жуликов. Так вот, соответственно, Витя Узлов на своем сайте Эджикс оставил о том, что оказывается теперь Узлов является владельцем технологии, он строил экотехнопарк в Озерах, хотя он к этому, поверьте мне, тут уже можете на слово, на глазах которого все это развивалось, Витя Узлова там близко не стояло и никогда стоять не будет. И эти жулики постоянно твердят, что они создали какую-то технологию, но, друзья, на моей памяти я знаю Узлова уже 7 лет, вот он как болтает, так и болтает, а Юницкий говорит и строит. И вот это, друзья, принципиальная разница. И это относится не только к таким жуликам, как Узлов, это относится и к таким уже более серьезным людям, как Илон Маск, который тоже говорит и делает, но сегодня дальше слов у него разговора не идут. И те, что сегодня декларируемая, так называемая дешевизна, сверхгиперскорость 1200 км в час, сначала они говорили, это будет 3 миллиона, потом 5, потом 10. Сейчас они озвучивают уже цифру 48 миллионов долларов. Ну и это, друзья, скорее всего, не окончательная цифра, скорее всего, также у них при скоростном движении эта цена уйдет и за 100, и дальше миллионов, соответственно, долларов, исходя из того, что невозможно сделать технологию такой дешевой, как она декларируется. При этом с настолько сложной средой, как вакуум, глубокий вакуум, это одна из самых агрессивных сред для человека. Вот. И здесь уже продвигая и забегая несколько там, анонсируя развитие технологии Skyway, сегодня продекларировано и в экотехнопарке строится скоростная струнная дорога, это скорость 500 км в час, это высокоскоростная, скоростная это 150 для города и 60 для юнибайка при велотяге, который тоже может давать скорость до 140 км в час. Это три в одном системе, которая сегодня демонстрируется. Но, как декларировал Юницкий еще 30 лет назад, Skyway обязательно выйдет на скорости гиперскорости, то есть скорости выше 1000 км в час, но это несколько следующая перспектива, и сейчас можно четко утверждать, что Skyway покроет весь спектр скоростей и гиперскорости, то есть 1250 км в час, и сверхскорости, это 500 км в час, высокие скорости для города это 150, и 60 это на велотяге, то есть ту, которую можно делать на возобновляемых источниках, то есть без дополнительной энергии. И весь этот комплекс будет продемонстрирован в экотехнопарке, естественно, не
в один год, то есть это постепенно будет. Сначала в этом году показана основа технологии и грузовой, и пассажирской, и, соответственно, то, что сегодня решается в эстакадном исполнении, и в юнибайке, которые делаются в легком исполнении, это целый рынок. На следующий год уже будут увеличены скорости по мере того, как будет продлен демонстрационный участок. А здесь тоже я, наверное, сейчас не открою большой тайны, что к тем 39 гектарам, который сегодня оформлен как экотехнопарк, в ближайшее время будет прирезано еще около 40 гектар. Это уже будет как сельхозугодие, как ферма. Естественно, у нас Анатолий Эдуардович не только генеральный конструктор, он еще и фермер, поэтому экотехнопарк будет прирастать еще и фермерской землей. А дальше уже продляться на буквально 15 километров для того, чтобы дать скорости уже сначала 200, потом 300, потом уже приближаться к 500 километрам в час. Это тоже, друзья, все вопрос ближайшего времени, то есть это мы с вами все будем видеть, делать и в этом участвовать, и, соответственно, в октябре в этом году, ну, там конец октября, начало ноября, это демонстрация основной технологии. Почему я говорю основной? Потому что вокруг эстакады, которая сегодня строится, и будет формироваться вся система Skyway, и гиперскоростная, и сверхскоростная, и скоростная, и низкоскоростная. Все это будет в одной системе. По цене сегодня говорить пока рано. Однозначно можно сказать, что это будет на порядок дешевле, чем то, что сегодня делает и скоростная железная дорога уже традиционная, и Hyperloop, то, что сегодня декларируют, не говоря уже от магнитной левитации, которую сегодня там пытаются делать. Ну, немцы отказались от этой идеи, это Transrapid, а японцы еще сегодня пытаются работать в этом направлении, но это уже бесперспективное направление, потому что Skyway намного интереснее, намного серьезнее перекроет все возможности, которые дают другие виды движения. И это, друзья, не просто такая прихоть, это не просто то, что мы в Skyway столько лет и поэтому утверждаем, что эта технология лучше. Нет, друзья, это технологическая реальность. И как такие гиганты, именно инженерные гиганты, как Siemens с Transrapid сделал огромнейшую ошибку, потратив там почти 60 лет и 6,5 миллиардов долларов, и в конце концов признав, что направление и Transrapid технологии, которую мы создали, оно с бизнес-точки зрения не имеет перспективы. Точно так же со временем и признают, что Hyperloop – это бесперспективное направление, так же, как и ракетное освоение космоса, также со временем будет обходить. Но это, друзья, только приходит по мере развития технологий. И как я сказал уже в самом начале, эмбрионное развитие технологий, то есть то, что скрытое и не видно для большинства людей, развитие технологий Skyway пройдено, и на сегодняшний момент технология выходит именно взрывным образом на поверхность, и именно в этом мы предлагаем вам участвовать. И почему мы сегодня говорим, что участие в проекте Skyway именно сегодня наиболее интересно, потому что вот этот выход из эмбрионного состояния в технологию развития, когда это станет очевидным всем, и сюда придут огромные инвестиции, большое количество компаний, то быть уже в этой компании, друзья, это наиболее сегодня с точки зрения венчурно-перспективно. Поэтому я сегодня на вопрос крупному бизнесу, когда они нам говорят, что «А как вы можете прогарантировать тем, что наши инвестиции сегодня не пропадут?» Я говорю, друзья, это 100% венчур. 100% значит, вы можете 100% потерять свои деньги. Но прогарантировать я сейчас могу только логикой развития. 3 года назад было одно, сегодня другое. Технология 3 года назад декларировалась, сегодня демонстрируется и готовится к демонстрации. Это, друзья, 2 принципиальных разницы, 2 принципиально разных подхода. Декларация возможностей технологий и демонстрация возможностей технологий, которая отвечает на все вопросы. Мы сегодня подходим к тому, что убирается один венчурный, очень важный момент. Это момент существования технологий, потому что сегодня кто приходит и обращают взгляд на Hyperloop, на Skytran, это израильская НАСАвская разработка, еще ряд технологий, они задают вопросы, а есть ли технология?
Вот сегодня этот вопрос уходит, в принципе, с повестки дня, потому что экотехнопарк уже близок к тому, чтобы продемонстрировать технологию. И дальше будут уже вопросы, а на каких скоростях, а при какой эксплуатации. Это дальше будут вопросы, и они также будут отвечаться. Но вопрос, существует технология или нет, и занимается Юницкий 46 лет прожектерством или проектированием, это тоже два принципиально разных вопроса. Подхода. Так вот, в сентябре-октябре эти вопросы уйдут. Но венчурность при этом не исчезнет. Венчурность остается, потому что включается реально конкуренция, включается реально уже противостояние за рынок инвестиций, реально включается уже противостояние на технологическом рынке крупных компаний. Естественно, что они не рады тому, что появляется новый конкурент, но это, друзья, за всю историю развития, именно цивилизационного развития, всегда было так. Гужевой транспорт, когда были миллионы и десятки миллионов лошадей по всему миру, они не рады были тому, что появилась железная дорога и выдавила гужевой транспорт с перевозки нефти, а нефть возили на ишаках, с перевозки угля и железной руды, их возили подводами. Соответственно, это, друзья, заменила железная дорога. И сегодня глупо рассуждать о том, правильно или неправильно нефть было загонять в трубу. Но это, друзья, просто смешно. Точно так же, а правильно или неправильно уголь и железную руду сегодня возить на железной дороге, а не возить гужевым транспортом лошадями. При этом тогда произошла очень резкая ломка и изменения в структуре целых государств. Вот это технологическое развитие, это технологический рост меняется. Точно так же, друзья, когда придет Skyway и заменит, и постепенно начнет вытеснять, сначала он начнет вытеснять междугороднее общение, точнее сначала первое, кого он просто убьет напрочь, это метро. Вот, соответственно, первое, что прекратится строительство нового метро, а со временем будет постепенно выводиться эксплуатации и старые ветки, которые сегодня уже опасны к эксплуатации. Это и в России, это и в Лондоне, это и вообще еще во многих городах мира. Вот, дальше будет новое надземное строительство, потом постепенно будет вытесняться автомобиль, вот по мере того, как будет появляться Юнибайк и Юнибус. Потом уже параллельно начнется вытесняться ближнемагистральный и среднемагистральный авиатранспорт, потому что эти птеродактили цивилизации давно уже пора на свалку, но так как нету сегодня альтернативы технологий, нам приходится мириться с этими просто ужасными машинами, которые сжигают там, сотни миллионов тонн керосина в стратосфере, и все это оборачивается нам экологической катастрофой, поэтому по мере того, как будет строиться уже высокоскоростной Skyway, то есть скорости 600 км в час, 500-600 км в час, начнутся, а по мере развития Skyway, то есть именно транснета общей сети, постепенно он начнет доминировать, и это, друзья, точно такая же логика, как сотовый телефон стал доминировать над проводным, потому что это удобно. Сегодня никому не приходит в голову тратить деньги и тянуть к себе проводной телефон, потому что есть уже мобильная связь, и она заменяет все услуги. А с учетом того, что в ближайшие 2-3 года придет бесплатный Wi-Fi, который будет покрывать практически весь земной шар, то, соответственно, уже и мобильная связь будет вытесняться уже интернет-связью, потому что Viber, Skype, еще очень многие сегодня мессенджеры, которые подходят, они удобнее, чем просто мобильная связь, потому что они предоставляют новые услуги. И это новое качество, которое заменяет. Точно так же будет логика развития Skyway, Транснета, и замкнется Транснет, в общем, тогда, когда будет построена сеть, и она будет замкнута вокруг Земли. Это сразу же будет передача светового сигнала в любую точку, это значит сразу новые каналы связи, это новые коммуникации. Ну а в завершение, друзья, уже с точки зрения, так, опять, так сказать, это появился очередной, да, боец. Ну ладно, сейчас я, друзья, уже закончу, передам слово Алексею. Вот, я еще в конце сделаю несколько таких с точки зрения развития Skyway перспектив, потому что я вам могу сказать, что трудно особенно вести вебинары и информацию, и конференции, когда ряд информации нельзя доводить сегодня до такой массовой аудитории. Это, друзья, к сожалению, нюансы нашего бизнеса, это нюансы развития венчурной и технологии, именно стратегии развития. И все равно, тем не менее, я еще очень несколько интересных штрихов по развитию именно Skyway и его перспективности расскажу вам в конце, буквально 3-4 фразами. А сейчас, друзья, я передаю слово Алексею,
он как непосредственный участник и всех наших контактов и передвижений за последние 2 недели, и как один из наиболее активных директоров, который продвигает проект. Вот, поэтому, друзья, передаю слово Алексею, с вами не прощаюсь, у нас с вами в конце еще... Благодарю, Сергей Анатольевич. Здравствуйте, дорогие друзья, кого видел, кого не видел. Собственно, расширенный технико-экономический вебинар – это более углубленное погружение в Skyway. И, собственно, вот такой вот замечательный на самом деле факт, что нас атакуют, засылают засланцев и так далее. Это говорит о том, что мы мешаем, наверное, интернет-бизнесу, и, собственно, мы живем, никуда не пропадаем, уже фактически скоро больше 2,5 лет, и мы достигнем победного, дорогие друзья. А многие проекты, которые также развиваются и в интернете, и на земле пытаются, они не живут, поверьте моему опыту, больше 1,5 года, максимум это... рекордные так сроки, это действительно уже год, и может быть при самых удачных стечениях обстоятельств год и больше. Так что воспринимайте это действительно как мы заметны, мы кому-то вот из этих ребят мешаем, ну и пусть тратят деньги, пусть засылают, если эти люди заходят и бесплатно, то значит они просто больные, неуравновешенные люди, и нам их искренне жалко, если они просто не зарегистрировались и хотя бы минимальный пакет акций, обязательств, точнее, акции у нас станут уже при капитализации, не получили вот этот 100 обязательств международной группы компании Skyway. Ну вот если про 3-5 лет проектов, то это проекты уже не совсем такие вот хайповые, эфемерные и так далее. Ну, вот такой вот как бы взгляд со стороны, с высоты полета моего опыта. А опыт у меня в этой сфере с 2011 года, достаточно неплохой. А я хотел бы, дорогие друзья, поговорить о том, о чем сегодня говорят многие издания, СМИ, действительно пестрят. То есть сейчас Google, Apple, Tesla и многие другие корпорации пытаются все вывести на логику беспилотных автомобилей. То есть, если сейчас электромобили фактически ворвались в транспортную индустрию и заняли определенную нишу, то сейчас мало электроавтомобилей. Я вот после своего вещания обязательно вам сброшу публикацию, где Анатолий Эдуардович действительно виртуозно сравнивает обычный юнибус. Даже не юнибайк, потому что вот по логике, может быть, даже юнибайк нужно было трехместный сравнить с Tesla автомобилем, а сравнивался юнибус. То есть это именно городской пассажирский транспорт. Он оказался намного более эффективным. Я хотел бы вам рассказать 5 проблем, которые действительно вот не позволят беспилотным автомобилям покорить мир. И эти факты, они действительно железобетонные. То есть... Еще в своей книжке, я много как бы литературы различной читаю, и Элон Маск говорил о том, что если бы он строил транспорт не на уровне дорог, то он бы выделил бы отдельный уровень, то есть какой-то туннель, и там, соответственно, вынес бы уже перемещение автомобилей. И это правильно, дорогие друзья, потому что на самом деле... Логика перемещения автомобилей, другого транспорта и логика гуляния пешеходов, наслаждения жизнью, это действительно как бы немножко противоречащие друг другу вещи. То есть непредсказуемые действия людей, пешеходов и других водителей, они сделают невозможным введение именно транспорта первого уровня автономных электромобилей, которые... Многие говорят, что займут больше нишу, чем струнный транспорт, чем транспорт второго уровня. И точно так же, как в чат у нас попадают засланцы, неадекватные люди, также неадекватный водитель, либо пешеход, просто разные ситуации бывают. В
выскочил на дорогу, и никакие датчики, фиксирующие динамическое положение относительно там окружающей среды, объектов и так далее, не спасут от критической ситуации, потому что здесь действительно нужно реагировать быстро и стихийно и предотвращать возможное ДТП либо какую-то неприятную ситуацию. Второе — это погодные условия. На вводном вебинаре я упоминал ситуацию, и я сам в нее попадал, когда выпадает снег, допустим, мокрый снег, а на утро ударит уже мороз. И, естественно, в гололед никто здравомыслящий не поедет. И более того, вот эти вот все концепции беспилотных автомобилей, они направлены именно на считывание полос движения и как бы инстинктивного, как у человека, допустим, следования полосе у машины-робота, то есть у транспорта первого уровня, который закладывают быть андроидом, нету. И, кстати, вот у нас транспорт второго уровня, те же самые андроиды, но на втором уровне. И многие вещи, которые мы встречаем на первом уровне, их на втором уровне просто нет. И решение этой проблемы – огромные вложения в увеличение количества датчиков и их совершенствования. Это даже не миллионы, не десятки миллионов, это сотни миллионов и миллиарды долларов. То есть сейчас этим занимается Mercedes-Benz, и, собственно, они этим занимаются, потому что они не видят логики развития именно на втором уровне. Третья проблема – это проблема навигации и ремонта дорог. То есть по России все вы прекрасно понимаете, что, допустим, электромобиль беспилотный и гугломобиль, и наши замечательные GPS-навигаторы, они ориентируются по детализированной местности, но они не видят, помимо дорожных знаков и так далее, дорожных ям и временных ограждений. И, собственно, от этого может сформироваться авария. А как только сформируется авария и произойдет несчастный случай, ну, приведем пример, когда загорелся Tesla автомобиль, акции значительно упали в цене. И вот именно когда транспорт первого уровня станет ощущать и чувствовать дорогу, все ямы, изъяны, дорожные полицейские и так далее. Но я не знаю, сколько времени должно пройти. Такие технологии, опять же, сейчас Mercedes-Benz, Audi, BMW, действительно серьезные вливания финансовые они делают. И, собственно, другого-то выхода нет, потому что, опять же, развитие на концепции транспорта второго уровня просто в их логике, стратегии нет. И, естественно, ямы. Обычные ямы. Вот у нас в Челябинске, дорогие друзья, была ситуация, сейчас чуть-чуть получше, но шиномонтажки, несмотря на то, что сезон уже закончился, действительно работали фактически круглые сутки. И у робомобилей, у транспортных андроидов именно первого уровня, ямы будут ассоциироваться с темным пятном. И, соответственно, если это, допустим, просто лужа, автомобиль будет резко тормозить, потому что он запрограммирован на это. И, соответственно, также, опять же, может произойти авария. И, естественно, как бы серьезные такие вот, если говорить, сложные ситуации, когда выбежал ребенок на дорогу, например, и необходимо либо свернуть будет электрическому беспилотному автомобилю в кювет, либо задавить ребенка. То есть, соответственно, вот этой задачи он выберет как раз-таки решение задавить, скорее всего, ребенка, потому что в первую очередь безопасность жизнедеятельности именно пассажира для него важнее. И для чего это все говорю, дорогие друзья? Потому что действительно кто-то спрашивает, я не говорю уж про такие бредовые веяния, как какой транспорт второго уровня, скоро телепортацию изобретут. Но изобретут телепортацию, у нас транспорт второго уровня будет, значит, как сегодня велосипед там и так далее. Все равно этим мы будем пользоваться. Но то, что уходить нужно на второй уровень, это действительно очевидно. И никакая технология беспилотная
эти проблемы не решит, дорогие друзья. Но если закладывать то, что задумано головной компанией, то вообще это не просто вынос транспорта на второй уровень, это создание целой инфраструктуры, которую невозможно будет скопировать конкурентам. То есть определенную информацию мы с Сергеем Анатольевичем знаем, поверьте нам на слово. Очень хочется ее рассказывать на вебинарах, потому что ну, это действительно информация серьезным дополнительным аргументом была бы у вас в переговорах, но мы об этом говорить не можем. Но одно мы можем сказать, как ранее Стив Джобс заложил свою операционную систему абсолютно безопасность, абсолютную автономность, невозможности даже подключения флеш-устройств и так далее, то есть обходными путями можно, но это будет уже пиратство. И также, как iOS сегодня конкуренты до сих пор не могут скопировать, путевую структуру Transnet также будет весьма сложно скопировать. Именно в той доработке я могу сказать, что в принципе это составляющая уже пятого поколения струнных технологий Анатолия Эдуардовича Юницкого в неком плане, если оно претендует на пятое поколение. Но то, о чем многие задавали вопросы, то есть каким образом, если путевую структуру и вообще как бы транспорт второго уровня захотят делать китайцы, японцы, тайванцы, французы, немцы, легче будет в этот стандарт влиться. И, собственно, показатель этому сети GSM, то есть у нас не так много частот, сеть CDMA до сих пор живет, и этому показатель те стандарты, которые заданы и выполняются всеми странами на международном уровне. Сейчас, дорогие друзья, мы закладываем не то что основы, мы уже просто делаем и создаем этот стандарт. Естественно, абсолютно правильно было сказано по поводу сертификации и так далее. Будет сертификация, дорогие друзья, и будет сертификация по всем международным стандартам, которые требуются. То есть стандартные технические условия и так далее, все это будет выполнено. Но одно у нас преимущество, то что не то что преимущество, а просто как факт, как данность, то что мы используем материалы и, собственно, составляющие струнных путевых структур, струнного интеллектуального ограждения, подвижного состава, абсолютно известные. Это не какие-то новые сверхсплавы, выплавляемые в условиях невесомости и так далее. Это абсолютно известные сплавы, абсолютно известные марки стали. И, соответственно, сертификацию, я думаю, что не будет у нас никаких проблем пройти, и мы обязательно ее пройдем. Но вначале, собственно, у нас предстоит Инотранс 20-23 сентября. Кстати, дорогие друзья, скоро появится очень мощный инструмент, и я сам принимал участие в разработке, в концепции этого инструмента. Будет лендинг на Инотранс. И что я могу сказать, то, что на самом деле стоит этот лендинг рассылать уже не просто своим партнерам по социальным сетям, по скайпам, по вайберам, ватсапсам, но и уже серьезным людям, директорам заводов и так далее, потому что там фактически никакой инвестиционной составляющей не будет, но каждое действие будет вести на регистрацию. Но то, что компания среди немногих в мире была приглашена, дорогие друзья, на участие, не то что купила участие, была приглашена, это говорит о многом. И будет показан подвижной состав в масштабе 1:1, вся эта информация есть, и я думаю, что более чем заинтересует тот проект, который уже не просто строит, уже не просто развивается, уже не просто находится на преддемонстрации, и далее мы будем находиться уже на предсертификации, но уже и которые в качестве приглашенных выступают на крупнейшей транспортной выставке. Далее последует демонстрация, то есть это то событие, которое будет гвоздем, на самом деле, развития в этом году технологии Skyway. Это демонстрация уже тех подвижных составов, которые декларировались ранее. И, как я говорил, уже параллельно, помимо в ближайшем будущем уже
Я не буду говорить точные сроки, потому что не имею права просто об этом говорить. Об этом я мог говорить, если бы я был работником, сотрудником головной компании. Но об этом расскажет Виктор Игоревич Бабурин. И, собственно, не об этом конкретно, но по своих результатах поездки в Танзанию. И, дорогие друзья, вечером Виктор будет присутствовать. Сейчас, чуть попозже, я вам сброшу ссылку на вход. Обязательно передайте своим партнерам. Приходите и сами. И, соответственно, это действительно информация, которую не грех услышать и новичку от замдиректора по развитию ЗАО «Струнные технологии». И если говорить про концепции, которые охватывают на сегодняшний день корпорации, дорогие друзья, то все, что я вижу, все, что анализирую, наше с вами счастье, дорогие друзья, что никто, помимо SkyTrain, помимо Hyperloop, у которых скандал разыгрался, и, можно сказать, Hyperloop One, уже, можно сказать, и в таком полусостоянии функционирования находится, так как у них разыгрался очень серьезный скандал по поводу домогательства на технического директора, не то, что какие-то там домогательства какого-либо плана, а именно то, что ему предложили совершить определенные действия, которые, ну, можно сравнить с рэкетом 90-х в России и так далее. То есть это уже криминальные действия, и, естественно, технический директор Google, технический директор Hyperloop ушел, покинул компанию. Это серьезный специалист. И на самом деле, дорогие друзья, процессы так складываются, что сейчас мы в этой технологической гонке обгоняем действительно всех. И появится эта технология в России, появится эта технология в Австралии, либо в Боливии, в Монголии, в самую первую очередь. Дорогие друзья, главное, чтобы эта технология появилась, потому что потом это стихийно, совершенно и масштабно будет распространяться по всему миру. И то, что SkyTrain, сейчас я специально выделю время, проанализирую информацию по поводу SkyTrain. Естественно, мы все это берем из сети интернет. И очень серьезно аналитические исследования консалтинговых компаний, международных и так далее. Pricewaterhouse и так далее. Много очень инструментов, материалов находится в сети интернет. Все это можно сравнить. Все это находится на виду, потому что мы, дорогие друзья, живем в такой век. Век хай-тек технологий. Но пора, и обязательно мы перейдем уже вверх не хай-тек технологий, а плавно с хай-тек переведем уже на SkyTech технологии, так тому и быть. И, собственно, по традиции скажу, на тех языках, в тех странах, которых мы с Сергеем Анатольевичем уже активно посещали и работали там, это, естественно, Россия, то есть «Строй Skyway, спасай планету», это Словакия, «Будуй Skyway, захран планету», и Венгрия, в недавнем времени также мы повзаимодействовали с партнерами. Это Epidge Skyway, Match Megaboygood. Строй Skyway, спасай планету и дай дорогу мир Транснету. Вот, вот за что люблю молодежь, все-таки вот так легко с языками, особенно у Алексея, вот, но он еще поскромничал, на французском не сказал, строй Skyway, спасай планету, потому что в ближайшее время для руководства Алжира он будет делать презентацию Skyway и уже ряд адресных проектов непосредственно с применением Skyway, поэтому, ну, французский Алексей просто, я за него могу сказать так, владеет просто в совершенстве, поэтому английский, французский, вы все видели в Перископе, наверное, мы специально сделали прямую трансляцию, когда Виктор на английском языке делал доклад для технического университета Словакии и на конференции с партнерами в Братиславе. И я могу сказать, что это просто блестящие доклады, вот, и очень мне они нравятся, и
я с удовольствием делаю и даже по-хорошему завидую, друзья, потому что Виктор сейчас, когда он всегда говорил, я не технарь, мне технические возможности самые никогда не нужны, то есть он в проекте уже, по-моему, больше 8 лет, вот, когда он пришел, познакомился первый раз с Антоном Ивановичем Леницким. Так вот, у него сейчас классическая форма доведения именно как директора компании, заместителя Леницкого, где он показывает просто хронологию развития технологий за последние 3 года. С чего начали, что сделали, какая цель поставлена, что такое экотехнопарк, как устроена юридическая схема и как она сейчас, друзья, реализована. И я могу сказать, что это на любого уровня чиновника, бизнесмена, то есть мы присутствовали и проводили переговоры с представителями бизнеса, который ведет миллиардные контракты и в Саудовской Аравии, и в Африке, и в Европе. И был непосредственно один из руководителей компании, который представлял владельца, это миллиардные состояния. И доклад министру транспорта Словакии, то есть который сейчас, Словакия, так как она в этом году возглавила Евросоюз, то, соответственно, министр транспорта пошел и является сегодня лидирующих позиций в Еврокомиссии по транспорту. Соответственно, это какая-то традиция у них. Соответственно, тоже реакция, и когда ему было приглашение, что можете приехать и посетить делегацию, посетить экотехнопарк на демонстрацию технологий, он сказал, обязательно приеду, обязательно буду смотреть. И на сегодняшний момент мы имеем уже подтверждение более чем от 40 делегаций, которые действительно хотят приехать, посмотреть. И для нас, конечно, нельзя сказать, какая делегация наиболее важная или какая наиболее интересная, но очень значимая будет делегация Минтранса, откуда приедут, наверное, с десяток экспертов, которые, естественно, будут смотреть, и у всех будет желание, чтобы то, что говорит Юницкий, что он показал, это будет неправдой, но они увидят и убедятся в том, что это работает. Будет очень много делегаций мэров и губернаторов, ряд мы их уже называли, ряд будем показывать и знакомить по ходу ведения. Будет представители крупного бизнеса, которые приедут именно смотреть, и сегодня они ждут сигналов, то, что это начинается работать. Поэтому это все, друзья, как раз сейчас имеет свою подоплеку и свой результат. И, как мы называем, тренировка, которую проводил Виктор Бабурин в Танзании. Вот, то есть это тоже очень значимое, друзья, я прошу подчеркнуть, и тоже, чтобы вы оставили у себя в памяти немножко такое понимание, что туда мы поехали, и Виктор Бабурин представлял компанию именно по рекомендации МИДа Белоруссии, когда МИД Белоруссии рекомендовал Skyway как белорусскую технологию на форуме развития Восточной Африки, который курируется и проводился президентом под патронажем президента Танзании. И именно встреча с крупным бизнесом в Восточной Африке дает перспективу о дальнейших проектах. И то, что следом за этим же, буквально вот Виктор уехал, потом Алексей уехал, потому что мы в разное время уже проводили. И мне пришлось одному проводить переговоры с уже представителями Алжира. И мы договорились о том, что Алексей в ближайшее время в Париже сделает презентацию уже на французском для консульства, для бизнеса и для представителей власти Алжира. Это тоже, друзья, все идет как подготовка к мировой презентации в сентябре. Также сейчас готовятся по Гвинее большая работа. Сейчас уже делегация определенно работает еще в ряде стран. То есть мы по мере того, как это будет развиваться, будем вам показывать. Но это еще, так, вы еще говорили про Всемирный форум не футуристов, а футурологов, вот, который был в Риге. Но, к сожалению, на этот форум мы так и не дождались официального приглашения, вот, и потому что те люди, которые в России называют себя ведущими футурологами, хотя я их называю так, с некой большой улыбкой называю футурологами, вот, они просто посчитали, что мое присутствие, Алексея присутствие на этом форуме для них лично нежелательно. Но это, друзья, ничего не вызывает, это сам потому, что сегодня у нас есть прямые контакты и с командой Илона Маска, и Курцвелла, который сегодня является, ну, таким лидером. И в ближайшее время готовятся и, соответственно, и встречи. Но здесь, друзья, я сразу могу сказать, что
интерес к такого рода встречам сейчас несколько падает, потому что мы очень активно, друзья, уже из футурологической именно команды превращаемся в ту команду, которая реализует этот проект. И очень многие вещи, которые для многих сейчас являются футурологией, то есть некое описание будущего, для нас являются уже соответственным направлением в бизнесе. Это я уже не раз проводил пример, что объяснять о том, что Google и агитировать можно было до какой-то поры до времени, но когда стало очевидным, что Google это не то, что же золотая жила, а это бриллиантовая, так сказать, зона, поэтому надо делать этот бизнес, а не уговаривать кого-то приглашать в него. Поэтому также мы сегодня четко представляем, что такое Transnet, как он будет развиваться, как будут развиваться отдельные его узлы, как будут развиваться месторождения. Соответственно, это целое направление, и сегодня даже хорошо, что многие и в бизнесе, и в политике не понимают того, что мы делаем. Поэтому на сегодняшний момент мы уже очень быстрыми шагами из футурологов превращаемся в практиков, те, которые делают. Не просто говорят о том, что будет смартфон, или будет смарт-мобиль, или будет Юнибус, или Юнибайк, или Transnet, а тот, кто сегодня реализует. И я очень рад, что мы находимся все именно в команде, которая это реализует. Это в команде инженера Юницкого. И тот, кто сегодня строит этот бизнес с участием технологий. Это тоже, друзья, очень интересный момент, и почему сегодня можно и уже четко это утверждать, говорить, потому что 3 года назад этого не было, мы декларировали как поставленные цели, 15 лет назад я к этому присоединился, я это описывал, а услышал я это от Юницкого, который 20 лет до этого описывал и показывал то же самое. Сегодня мы находимся на этапе реализации задач. И то, что вот этот эмбрионный период, который для многих еще не очевиден, и задают вопрос, а будет ли не будет, а есть ли нету, для нас уже стоят задачи намного дальше, которые идут вперед уже по развитию компании, эта стратегия, по развитию технологии, это применение и направление с месторождениями, и с именно линейными городами. И это то, что дальше будет развивать, и в том числе, друзья, так как мы все являемся участниками этого процесса, это, друзья, конечно, капитализация интеллектуальной собственности. И наша задача, именно как людей, которые несут ответственность, которые зовут и рассказывают вам перспективность этого направления и перспективность этого бизнеса, это венчурный проект. О том, что сегодня за счет венчурной премии, которую платит компания за риск, за то, что вы сегодня приходите именно на этой стадии, мы все готовимся к тому, что это будет реальная капитализация. Естественно, друзья, мне задают вопрос, а когда будут дивиденды? Это уже доходит до уровня анекдота. То есть, когда сегодня премия, которая выписывается там в 350 раз по отношению к входному капиталу, и когда, говорят, еще будет на этот капитал платиться дивиденды, друзья, давайте поэтапно, как говорила моя бабушка, сначала дойдем до капитализации, то есть увеличим в тысячи, в сотни тысяч раз ту капитализацию, которая есть, для того, чтобы номинал стоил тот пакет, который сегодня формирует венчурная компания. А дальше, друзья, уже встанет вопрос и по IPO, и по продаже, и по свободному обороту, и по дивидендам. Это, друзья, следующий этап. И я могу сказать, что когда вы будете держать в руках номинал тех венчурных обязательств, которые вам выдавала компания, я считаю, что большую часть взятых на себя обязательств, компания обязательств, она уже выполнила. Это, друзья, уже невозможное, то, что вы получаете. Дальше это будет следующий этап. Но спрос на эти обязательства, на эти бумаги будет постоянно увеличиваться, и мы вам рассказываем про проекты, про переговоры, про то, что сегодня делает. Не для того, чтобы как-то сказать, что нам есть чем заниматься, и когда за неделю я посещаю до 25 городов, вот. Это тоже не от того, что мне нечего делать, или я очень люблю жить в самолете или в аэропорту. Нет, друзья, просто это очень сегодня важная работа. Нам необходимо встречаться с инвесторами, с политиками, с бизнесменами, с инвесторами, проводить конференции, отвечать на все вопросы для того, чтобы постоянно увеличивать интерес к проекту, постоянно снимать вопросы, которые возникают как тормозом для того, чтобы приходили
соответственно, инвестиции для того, чтобы не снижать темп поступления сегодня от инвесторов на ближайшие июль и август и сентябрь, потому что это ключевые месяцы, когда необходимо сегодня всем работать более интенсивно. И вот у меня с завтрашнего дня опять начинается такая гонка, то есть это опять Германия, Ганновер, это опять Вильнюс, это опять Минск, потом Москва, потом опять Словакия, Чехия. А дальше, друзья, я просто не могу предположить, потому что запрос на туда, где сегодня надо приехать, встретиться и дальше продвигать SkyWay, просто возрастает. И, соответственно, точно такой же график у Виктора Бабурина, то есть он сегодня будет на нашем вебинаре. Мы уже сделаем традиционным такое наше, как бы там, уже не тандем, как у нас принято с Алексеем, а часто мы сейчас будем выступать уже триумвиратом, то есть втроем с Виктором. И у нас была договоренность, что он будет участвовать в встрече в Ганновере с инвесторами, но из-за того, что он только вот вчера или там позавчера ночью вернулся с Танзании, он сам об этом сегодня расскажет, все-таки приняли решение, что он будет заниматься сейчас вопросами в Минске, намного важнее, потому что накопилось огромное количество вопросов. Алексей будет заниматься своими вопросами в Челябинске, я слетаю в Ганновер в этот раз один на встречу с инвесторами. А так как эта встреча клуба инвесторов происходит каждый месяц, то в конце августа, там где-то 23-25 августа, уже тогда полетит Алексей с Виктором на встречу с очередной группой вот европейских инвесторов. Я могу сказать, что результаты от моего месячного посещения очень существенные, то есть подключились новые команды, приходят очень серьезные инвестиции инвесторы, и это, друзья, работа очень важная и очень нужная. Точно так же, как наша работа по Восточной Европе сейчас, это и Венгрия, Чехия, Словакия. То есть это то, что абсолютно для меня было неожиданным, когда европейские инвесторы сегодня по количеству прихода инвестиций уже перекрывают поступление от России, Украины и Беларуси. Такого, друзья, никогда не было. Вот, я считал, что все-таки основную тяжесть нести до конца будут российские инвесторы. Но на сегодняшний момент я в очередной раз признаю, что я не прав. Это мне и Алексей Суходоев, и Виктор Бабурин постоянно убеждали, что надо больше ориентироваться сегодня на европейский рынок. Но сейчас я вижу, какой интерес сегодня идет со стороны инвесторов Чехии, Словакии, Венгрии, Германии, Польши, Франции, Италии. Сейчас уже начинает активно подсоединяться Канада, и пошли американские инвесторы. Это говорит о том, что, друзья, проект развивается, проект шагает, и никого не пугает ни то, что русский изобретатель, то, что экотехнопарк в Белоруссии. Это, друзья, абсолютно для здравомыслящих людей, соответственно, значимо, потому что люди умеют анализировать и знают, кто такой Жуковский, кто такой Циолковский, кто такой Сикорский. Вот, они уже знают, кто такой Юницкий. И, соответственно, друзья, это очевидно для всех. Они мне сами, уже немецкие инвесторы, говорят, что на акциях Mercedes, Siemens и Bosch денег не заработаешь. Это максимум можно инвестировать на длительный период для сохранения денег. А получить прибыль оттуда очень тяжело. Тем более BMW, допустим, и Bosch за прошлый год вообще практически не платили дивиденды. А можно заработать только на высокорисковых, именно технологических венчурных проектов. И почему сегодня туда количество командировок увеличивается и встреч увеличивается? У нас каждый месяц будет теперь конференция в Чехии, в Словакии и в Венгрии. Вот я сказал, что каждый месяц будет конференция в Германии, в Ганновере, именно встреч, потому что до инвесторов надо доносить эту информацию. И для них самое главное видеть, что проект развивается, что проект активно идет, а для меня наиболее интересно тем, что в прошлую встречу с инвесторами были со мной сетевые лидеры, которые представляли Бианапуш проект такой очень интересный, македонец его запустил, но в этом месяце он прекратил выплату дивидендов, он прекратил прием средств, он начал структурировать обязательства, которые он обещал выдать 1% в день, а потом на бумаге, которые уходят на 3-5 лет, в долгую, то есть это, друзья, уже говорит о том, что в проекте не все в порядке, и, соответственно, обещания, которые выдавались, 1%, они прекращаются. И
1% в день, друзья. И здесь как раз очень важно, что когда были мои выступления, я всегда говорил, что наш проект не финансовый проект. Мы не собираем деньги, чтобы инвестировать в какой-то механизм, получить прибыль и вернуть инвесторам. А мы говорим, что мы инвестируем в технологию, и продажа технологии будет капитализировать инвестиции, которые вы сделали. Это совсем другой, это 100% венчурный технологический проект. И он заработает только в одном случае, если технология декларируемые и демонстрируемые будут совпадать. А здесь я могу сказать, друзья, у нас абсолютно, те, кто следит за нами 3 года, 2 года, год, последние 3 месяца, у нас никогда не расходились слова с делом. То есть, когда говорили сроки и результаты, которые должны быть достигнуты, эти сроки и результаты всегда достигались. Ну вот, друзья, давайте на этом, на сегодняшний момент будем заканчивать вечером. У нас еще вебинар в 19 для новичков, 20 расширенный уже будем проводить втроем. Я, Алексей Суходоев и Виктор Бабурин, вот по последним новостям компании. Всем я желаю активной работы в Skyway, активного продвижения и подготовки к мировой презентации и, соответственно, дальше двигаться уже на капитализацию тех пакетов, друзья, которые мы сегодня с вами создаем. Ну вот, традиционно, строй Skyway, спасай планету. Всего, друзья, до новых встреч. Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости.